любимые подписчики и коллекционеры кукол Лол. В пятой серии кукол Лол OMG вышли две куклы – Трендсеттер и Скейт Парк Кьюти. Еще две куколки для коллекции. Их сестренки вышли в пятой серии Лол Фурнитура с наборами мебели. Коробки в этой серии тоже стали прозрачными. Можно хорошо рассмотреть куклу в одежде и укладку волос. За непрозрачной частью коробки с изображением куклы находится часть с сюрпризами. С обратной стороны упаковки уже привычный нам текст. Мы сестры убиваем весь день. Мы демонстрируем свирепый стиль, как дивы. Мы маршируем в такт нашему собственному диджею, делая все немного более возмутительным. Мы выделяемся из толпы и пишем свой собственный набор правил. Но мы здесь для того, чтобы удивить мир. В сердечке написано «Собери обеих лучших подруг». Имя куколки Трендсеттер звучит в переводе как «Законодательница моды». Ее младшую сестренку зовут Сьюит Принцесс. Она нарисована сбоку коробки. Мне кажется, что после того, как коробки стали наполовину прозрачными, они стали весить меньше, потому что коробки с этими куколками весят около 400 грамм. Попробуем открыть коробку сверху. Мне кажется, что еще какое-то крепление снизу держит коробку. Тут выпала инструкция и картинка с рисунками. С обратной стороны фотография куколки Трендсеттер, искатель моды, установление тенденций, встречи, знакомства. На ходу пришли мне сообщения. Я веду тебя в курс дела. Похоже, где-то был еще прикреплен скотч. Куколка оказывается на розовой подложке. Ее сюрпризы отделяются от нее диагональной перегородкой. Тут находятся пакетики с одеждой и аксессуарами. А еще маленький журнал. Это журнал лучших друзей. Какой твой знак зодиака? По знаку зодиака эта куколка Водолей. Приближаются хорошие новости. Не удивляйтесь, если вы окажетесь на первой странице. Я открепила с подложки все пакетики. Тут еще осталась подставка и расческа. Подставка ярко-розовая с двумя держателями в районе ног и талии. Два пакетика с сюрпризами. Пакетик с обувью. Тут нет обувных коробочек. Я не уверена, что правильно расшифровала послание на штрих-коде. Я его перевела как «это для тебя». Но вы можете всегда меня поправить в комментариях. Еще очень красивый пакет на вешалке. Тут должен находиться дополнительный наряд куколки. Тут выполнены разнообразные рисунки. Реснички, помада, очки, заколочки. Сплошные модные девчачьи темы. Внутри коробки ее комната выполнена тоже в розовых цветах. Очень красивая изящная люстра. Немного мешает эта деталь увидеть нам с вами, что внутри шкафа находится сумка и ее аксессуары для макияжа. Кресло, на котором разложен журнал, и ноутбук на столике. Фото с сестренками, они тоже лучшие подруги. У куколки голубые глаза. Губы накрашены перламутровой розовой помадой. Родинка на щечке. Очень мне нравится ее макияж. Глаза подведены серебряными тенями и ближе к уголкам синими. На голове у нее мягкая белая беретка или кепка. Оттенок волос это очень красивый цвет блонда. И в нем видны еще темные коричневые пряди. Волосы собраны в два хвостика и волосы у нее короткие. Головной убор можно снять, но он прикреплен к голове и находится на полупрозрачной подложки. Буквально нужно отрезать три крепления, тогда головной убор можно будет вынуть, но вот вопрос, будет ли он хорошо сидеть на голове куколки. Я думаю, что все-таки нет, и скорее всего по краю головного убора лучше всего было пришить резинку. И конечно волосы под ним немножко примялись, осталась небольшая вмятина от пластмассы. Теперь хорошо видно, что у куколки впереди выпущены две прядки волос, они очень сильно залачены, и в лаке также волосы, которые собраны в хвостики, но не все, а та часть, которая находится впереди, ближе к лицу. Я все крепления отсоединила, и если поставить куклу на полочку, то головной убор будет на ней держаться. Но если в нее играть, то тут, конечно, держаться не на чем. Поэтому решайте, оставлять ли вам пластиковую подложку или нет. Ноготки куколки окрашены нежно-розовым матовым лаком. А вот костюм ее также выполнен из мягкого велюрового материала. Это розово-голубая толстовка с капюшоном и розово-голубые штаны с серебряными лампасами. Рукава у толстовки короткие, молния здесь не настоящая, под ней находится белая кофточка с голубыми цветами и голубым бантиком. У капюшона же реальный настоящий размер, и если хвостики у куколки распустить, то можно будет надеть его на голову. Кофточка же присборена на голубых бретельках, а на
она сзади расстегивается. Штаны тоже можно расстегнуть. Под ними блестящие голубые трусики. Посмотрим, какие сюрпризы в пакетиках. В пакете с сумочкой розовый клатч на серебряной цепочке. Он не открывается, но что-то маленькое, например, журнал или телефончик сюда можно будет положить. Еще один пакетик с сундучками. В нем тоже должны быть аксессуары. Это желтые очки. Серебряные сережки в форме сердечек, внутри которых изображены короны. Розовый складной мобильный телефон. На нем сообщение: «Встретимся в скейт-парке». До встречи! Пакет с обувью – это туфли-лодочки. Они белые, на розовой подошве, с розовыми каблуками в форме рюмки. Задник туфлей оформлен серебряными коронами. А вот в пакете с одеждой на вешалке розово-голубая юбочка в шотландскую клетку. И если мы с вами уже успели первый наряд хорошо рассмотреть через коробку, то во втором она смотрится очень по-летнему, но тоже не менее ярко. Дополним его солнцезащитными очками. Мобильный телефон можно прикрепить за пояс. Ее лучшая подруга – скейт-парк Кьюти. И самое время ее вынуть из коробки. Открываем и вынимаем инструкцию и постера с группой Super Sonic. С другой же стороны нарисована куколка скейт-парк Кьюти. Большие подъемы, большие перевороты, ветер в моих волосах, колеса у меня под ногами. Ничто не может остановить. Я и мой скейт. Ее младшую сестренку зовут Скейтер Грл. Ярая скейтерша и поклонница группы Super Sonic. Название этой группы у нее написано на топе. В ее журнальчике написано, что по знаку зодиака она дева. Предстоящая преграда встанет у вас на пути, но стойте прямо, и вы взлетите над ней. Вместе с ней закреплены пакеты с сюрпризами. Это пакет с рюкзаком, сумочкой BB Boutique, сникерсами размера 6,5 и желтым пакетом с одеждой. На кирпичной стене у нее дома висят различные доски для скейта, висит знак с надписями «Нас не остановить», мягкий пуфик, фото сестренок, табличка «Никакой парковки в любое время». У этой куколки зеленые глаза. Они подведены оранжевыми тенями. Звездочки на щечках, коралловая помада, веснушки на носике, оранжевые брови. Одна бровь у нее подбрита. На ее голове черная бейсболка. И, конечно, вы сразу видите крепление к голове. У бейсболки сзади есть ремешки с застежками. Конечно, мне надо было их обрезать. Бейсболку очень легко повредить и оставить на ней следы. Эти следы оставили мои ножницы. Я чуть-чуть зацепила ножницами за бейсболку, и от них остались следы. Теперь отлично видно яркий цвет ее волос. Это желтые и оранжевые пряди. Они собраны в два хвоста. У этой куколки волосы немного длиннее, чем у трендсеттер. На ноготках ярко-красный лак. На ней надет серый топ с завязкой. Под ним надета полосатая водолазка. Джинсы на куколке серые с отворотами. Дырки на джинсах закрыты черной сеткой. На них выполнены рисунки и надписи. Оранжевый пояс, который нужно будет по-настоящему расстегнуть. К поясу на джинсах крепится серебряная цепочка. А на ногах у нее длинные белые губы. Всю одежду можно легко расстегнуть на липучках. Чтобы снять штаны, нужно немножко распустить пояс. Они тоже на липучке. И под ними мы видим изумрудные трусики. Среди сюрпризов у куколки голубая подставка. В пакетике, в котором должна быть сумка, у нее узкие солнцезащитные очки, двойная цепочка на шею, ее серьги – это тоже розовая и желтая цепочки. Еще один пакетик, в котором ее любимый скейт. Поверхность у него не скользящая, черная и блестящая. С обратной стороны рисунок из квадратиков. Колесики по-настоящему крутятся. В этом пакетике кроссовки на танкетке. А тут, чтобы расшифровать код, мне потребуется ваша помощь. Потому что у меня получилось что-то вроде «Сохраняй спокойствие, катаясь на скейте». Так, посмотрим, что в пакете. Ее обувь черная с белыми шнурками на белой подошве. Носы и каблук выполнены в черно-белую клетку. Как же много на этом пакетике посланий. Навыки на колесах. Скейтер на всю жизнь.
Если вы еще что-то интересное на нем заметили, напишите мне тоже об этом в комментариях. А мы достаем отсюда юбку. Одна половина юбки розовая, как будто в огне, а вторая в клеточку. Но под этой короткой юбкой есть еще голубые шортики. Снимаем серый топ, надеваем цепочку, переворачиваем кепку обратной стороной. Вот и готов новый образ. Делитесь своими впечатлениями о куколках в комментариях. Я очень буду ждать их. Мне обе куколки очень нравятся, потому что я люблю повседневную одежду на куколках Лол. Но мой фаворит куколка Трендсеттер. Не забудьте поставить лайк. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!